7 дачных обществ Тюмени передали электросети сетевым организациям. Напомню, областная программа стартовала чуть более года назад. По ней дачники вправе общим собранием принять решение и привлечь к обслуживанию столбов, проводов и трансформаторов профессиональные компании. По мнению экспертов, это должно улучшить качество электроснабжения дачных домов. Уже 135 товариществ выразили готовность передать свои сети на баланс энергетиков. Но программу тормозит то, что имущество часто не оформлено в собственность, и люди не готовы передать его безвозмездно. Вопросы о приобретении сетей ни Суэнко, ни Тюмень-Энерго пока не ставят. Это дело является добровольным, и садоводческое общество вправе самостоятельно решить либо обслуживать сети по старой схеме, то есть собственными силами, либо, допустим, организовать передачу сетевой компании и, что называется, про эти сети забыть.